Первая говорящая чихуахуа Софи. Так, ну что, нормальные так елочку украсила для интервью? А для новогоднего видео другую потом украсим? Так, тут прибрала, так, мишуру подправить, ну все. Так, цветок, чтобы в кадр не попал. Так, ну все. Блин, а этот будет в кадр попадать. Ну как его брать, ну он высокий. Ладно, все, красить, все равно красиво. Так, мишура, ну ладно, ты нормально лежишь. Дождик переложить. Так, снизу тоже хорошо смотрится. Так, Эйвен, помоги-ка мне мое новогоднее одеяло поправить. Вот тут еще. Ладно, все, спасибо. Так, складочки хорошо. А я тоже буду в интервью. Нет, ты попозже придешь. Ну все, я готова. Ой, нет, еще одну игрушку провешу. Полчаса уже всех как жду. Уже весь дождик сгрызла от скуки. Новогодние итоги. Приду. София, Ваня идет снимать. Пусть идет, не видишь, я дождиком занята. Ну что, София, интервью. Че, сниматься? Блин, а как же дождик? Сейчас, я его из зубов, блин, вытащу. Ну давай. Сейчас, я тут подправлю. Итак, София, это будет интервью про итоги 2014 года. Ага. Скажи, как тебе прошедший год? Ну, год был хороший для меня, для Эйвана и для всей семьи. А какие достижения были в этом году? Ну, ты всерьез или это шутка такая, это интервью? Ну да. А, да? Ну, тогда достижений много. Самое большое, наверное, для меня это мой канал. Я его создала не так давно, в этом году, и у меня уже много подписчиков, больше 5000. И благодаря этому появилось много новых друзей. И в моей группе ВКонтакте стало намного больше народу поэтому. А еще я сняла много полезных и других видео, и очень тоже рада этому. Вот. А еще достижение для нас всех, и меня в том числе, это переезд в Таиланд. В июне мы сюда приехали, и вот уже Новый год. Время пролетело незаметно, для меня, по крайней мере. А еще какие достижения? Ну, их много. Я многому научилась за этот год, выросла и все такое. Скажи, а что нового было для тебя в прошедшем году? Ой, очень много. Я много плавала в море, я летала на самолете, ездила на разном транспорте, побывала в разных местах. Ну, это все есть в моем трейлере, еще будет в моих других роликах. Я видела обезьяну и много других животных, научилась купаться в тазике. Ха-ха-ха. Переболела, перенесла операцию по стерилизации. Ну, много всего нового. Скажи, а ты была счастлива в прошлом году? В смысле? Конечно, я всегда счастлива. А какие у тебя планы на будущий год? Ой, очень-очень много планов. Я хочу продолжать снимать видео, развивать свой видеоблог, путешествовать. Кроме полезных видео для собак, я хочу открыть много новых рубрик для двуногих. А еще очень хочу сделать рубрику для детей про русский язык. А еще много идей по поводу юморных видео. В общем, у меня очень-очень много планов. Ну что ж, а теперь, наверное, в честь конца года и рассказа о твоих достижениях, пора объявить победителей конкурса видео про тебя и твой канал. О, да, конечно же, как всегда. Я считаю, что все молодцы и все супер. Вообще просто огромное спасибо всем вам, мои друзья, что вы в этом году появились, что вы у меня есть, что вы участвуете в конкурсах. И спасибо большое тем, кто поучаствовал в этом конкурсе. Выбирать было, как всегда, очень трудно. Но конкурс есть конкурс, и поэтому первое место занимает Ксюша! 11 лет, город Кемерово! Ура! Привет, Софи! Меня зовут Ксюша. И мне 11 лет. Я обожаю смотреть твои видео, обожаю твою группу и обожаю тебя. И тут первое высветилась ты. Я решила посмотреть, а потом мне захотелось смотреть все больше видео. И на данный момент мне очень нравится твое шоу «Вечерний Эйвен». Я тебя очень люблю. Пока-пока! Спасибо большое, Ксюша! Второе место. Снова Ксюша, 13 лет! Новороссийск! Привет, я и моя чихуахуа. Поздравляю! О том, как мы познакомились с твоим каналом. Все было очень просто. Я узнала о том, что мне подарили чихуахуа. Я сразу же полезла в интернет за этой информацией. На ютубе я в первом рейтинге увидела именно твой канал. Мне очень понравились видео про прогулку, про твое купание, про шлейки и одежку. Они нам оказались очень полезны. И я хочу напоследок пожелать тебе счастья, здоровья и удачи в Новом году. Ксюша, и тебе спасибо большое. И третье место. Ульяна Колесникова, 11 лет снова и Уфа. Поздравляю. Спасибо. Ну, такого блогера, человека, собаку. И вот я так наткнулась на канал Чихуахуа Софи. Я там посмотрела видео в шикарно оформленном стиле. Софи, ты самая лучшая, да? У Софи все видео просто прекрасные. Сказать, ну, просто то, что она шикарная, идеальная. Даже не знаю, что и сказать. Она просто ангел. Вот такой вот шикарный ангел, который всем помогает в таких вот делах. Спасибо еще раз, Ульяна.
Спасибо вам большое, все девочки, что вы нашли время и сделали свои видео. Поздравляю вас. Ну что ж, спасибо, Софи, за интервью. Да, что-то я устала. Вон, Эйвен уже пришел. Эйвен, скажи, чем был для тебя этот год? Скажи, что тебе больше всего запомнилось, чего ты достиг, что нового попробовал и какие планы на будущее. Я не буду разводить тут розовые нюни, скажу по-мужски. Так что я сгрыз 20 косточек, съел несколько килограмм корма и 50 веточек и листиков, выпил много литров воды, сменил 5 ошейников, поиграл 20 игрушками, прошел, пробежал и проехал много километров, искупался раз в стоп-море и много всего другого, что не пересчитать. Еще я снял 4 вечерних Эйвена. Кстати, по поводу вечерних Эйвенов все просят еще. Значит, будут. София и Эйвен, спасибо вам за интервью. А что с Новым годом, какие планы? Будут обязательно и новогодние видео, и поздравления, и много чего еще. Так что подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока! Эйвен, не тупи. О, да, пока. Ага, и чё? Ну я ему говорю, боже, Эйвен. Ой, боже, мама. Софи, ты прекрасна, но не упоминай мое имя в суе. Ладно, прости, больше не буду. А ты договорились. Канал у тебя прикольный. Спасибо, боже. Ну вот, подходит он ко мне такой, я ему говорю, о боже. Ой. Ну я ему говорю, соображай же быстрее, брат мой.